Философия на татами. В переводе с японского дзюдо означает победу ловкости над грубой силой. Здесь важны не сокрушительные удары, а безупречная техника выполнения приемов. Самарский спортсмен Альберт Костоев говорит, привык бороться и выигрывать. В своей победе не сомневается. Вот одна схватка осталась, вот одну схватку выиграю, чемпионом стану. Уже как-то это обыденное дело. Но все-таки волнение есть, там легкий мандраж, можно сказать. Бой действительно оказался победным. Поединок принес самарским дзюдоистам золотую медаль. Всего в борьбу за золото вступили 5 самарских спортсменов. 4 из них одержали победу. Другие участники также покинули татами с призовыми местами. Округ выигрывал. Неоднократно. Стабильно, то есть всегда в призах. Самарцы на чемпионате завоевали в общей сложности 11 медалей, на одну больше, чем в прошлом году. Победители будут представлять область на федеральном уровне. Спортсмены отбираются на чемпионат России, который пройдет в начале сентября в городе Ханты-Мансийске. В соревновании приняли участие около 150 спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Самарские спортсмены достойно преодолели свой гибкий путь к победе. Анастасия Олейнова, Станислав Левин, «События».